Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала. И сегодня на обзоре монета Руанды 1 франк 1985 года. Руанда находится в Центральной Африке, на западе граничит с Демократической Республикой Конго, на севере с Угандой, на востоке с Танзанией, на юге с Бурундией. Площадь Руанды 26 338 квадратных километров, а население около 14 миллионов человек. Более 93% населения – христиане. Столица – Кигали. Официальные языки – английский, французский и суахили. Независимость Руанда от Бельгии обрела 1 июля 1962 года. Денежная единица – руандийский франк, состоящий из 100 сантимов. Он был введен в обращение 30 сентября 1964 года вместо франка Руанды и Бурундии. Данная монета регулярного выпуска, она сделана из алюминиевого сплава на 99% состоящая из алюминия. Диаметр ее 21,1 мм, толщина 1,3 мм, гурт гладкий, вес 1,2 грамма. Монеты Руанды номиналом 1 франк из алюминия начали чеканить в 1969 году. А именно такой тип 1 франка чеканился с 1974 по 1985 годы на монетном дворе Великобритании Лантризан. Монета чеканилась 3 года в 1974 тиражом 13 миллионов, в 1977 15, а вот в 1985 году тираж неизвестен. Перед нами реверс монеты. Художник как реверса, так и аверса Лесли Дурбин. И скажу сразу, что данная монета меня немного озадачила. На реверсе изображено цветущее то ли проса, то ли сарго. Ну, я поинтересовался сельским хозяйством Руанды, думал, что это одно из основных сельскохозяйственных культур страны. Ну нет, не проса, не сарго. Не то, что не основные сельскохозяйственные, даже вообще не указано, что они выращиваются в стране. А вот в соседней Уганде проса выращивается и даже экспортируется. Хотя логичнее, что здесь изображено сарго, потому что оно изображено на современном гербе Руанды. Также родиной сарго является Африка. Это теплолюбивое, засухоустойчивое растение, неприхотливое к почвам, может выращиваться на всех континентах мира. И ранее сарго являлось основным продуктом питания африканских стран и Азии. Хотя все-таки больше похоже на проса. Кто точно знает, пишите в комментариях, будет интересно. По окружности монеты вдоль канта написано «Национальный банк Руанды», а внизу монеты год чеканки 1985. Посмотрим на аверс. Перед нами аверс монеты, ориентация монетная, отношение аверса к реверсу 180 градусов. На аверсе вверху монеты прописью номинал 1 франк, чуть ниже обозначен номинал цифрой 1, а ниже изображена птица или голубка, символ мира, или какая-то другая, похожая на сокол. Кто точно знает, пишите в комментариях. С двух сторон птицы изображены национальные флаги страны, а ниже под птицей изображен треугольник. Это герб или эмблема Руанды, которая была создана в 1960-х годах. Внутри треугольника изображен еще один треугольник, а внутри второго треугольника изображены предметы сельского хозяйства. Это серп и что-то еще, которое символизирует или указывает на аграрность страны. И, кстати, в Руанде 90% населения задействованы в сельском хозяйстве. А внутри второго треугольника помещен лук со стрелой, который символизирует готовность защищать государственные и национальные интересы. С трех сторон внутреннего треугольника написан девиз страны на то время: «Свобода, сотрудничество и прогресс».
цена данной монеты приблизительно от 12-15 до 20-30 гривен. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем удачи, пока!